проблема миграции дико сложная на самом деле. И я сам развивался по-разному. Да? Я сначала приветствовал, занимал какие-то совершенно либеральные, демократические позиции. Сейчас я понимаю, что не хочу занимать другие, но отлично понимаю, что в этом заложена вот такая абсолютная бомба, потому что речь не идет о людях другой расы, да, другого цвета кожи, другого разреза глаз, а речь идет о том, что обычно в качестве мигрантов приезжают люди очень низкого уровня культуры, те, которые ничего не могут, ничего не умеют, они убегают из своей страны в надежде найти здесь что-то. Их создается огромное количество. Что с ними делать, непонятно. Они создают семьи, рожают детей. Как учить этих детей? Это люди, как правило, не знают культуры той страны, в которой живут, не знают языка. Их нужно как-то адаптировать, никто этим не занимается. Поэтому их накапливается все больше и больше, и это взрывоопасная часть общества, потому что не приезжают ученые, не приезжают профессора, а как раз интеллектуальная часть, или мастера, или золотые руки отсюда уезжают. Поэтому происходит вот такая замена лучшей части на худшую. И в этом огромная беда. Как решать этот вопрос, я представляю, но почему-то этого не представляет никто и не хочет делать. Значит, это кому-то выгодно, это абсолютно ясно.